Новые требования антитеррористической безопасности будут предъявлены к образовательным учреждениям. Они уже закреплены законодательно. Что уже сделано в этом плане в школах столицы, что еще предстоит, проверяет сейчас специальная комиссия. Несколько дней в образовательных учреждениях работают антитеррористические комиссии, в состав которых вошли представители Росгвардии, ФСБ и МЧС. Требования к безопасности, конечно, не очень простые, но по положению, по новому регламенту, образовательным организациям дано 2 года для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Турникетами, камерами видеонаблюдения уже никого не удивишь. Среди нововведений – ужесточение существующей системы пропуска на территорию школы. На территории образовательного учреждения могут попасть только законные представители учащихся, сами учащиеся, работники учреждения. Законные представители могут попасть в учреждение, оформив пропуск, предоставив документы, удостоверяющие личность. Также будет ограничен допуск людей на территории самого учреждения. О своей безопасности думают и сами школьники. Мне бы хотелось, чтобы было побольше камер по периметру школы и в самой школе. А также ввести пару охранников по периметру школы. По итогам проведения проверок в 30-дневный срок для каждого учебного заведения будет составлен индивидуальный план мероприятий, чтобы уровень антитеррористической защищенности стал выше. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика.